Медицинский центр на рельсах. Сегодня утром в Читу прибыл поезд здоровья вместе против диабета. В течение 2 дней на железнодорожном вокзале краевой столицы медработники будут проводить профилактические осмотры и диагностические исследования, направленные на профилактику сахарного диабета. Со всеми подробностями Анастасия Горинова. Какой ужас. Привет, я Арсен Цымбалюк, ведущий 24 канала, и сегодня у нас с вами премьера. Мы запускаем новый формат, в рамках которого мы будем разбирать, что именно не так с Россией, почему ей нужно срочно, как можно скорее, ну, скажем так, переформатироваться, разделившись на ряд действительно независимых друг от друга государств, и почему от этого выиграет весь мир, включая вот этих тех самых пока еще так называемых россиян. Подписывайтесь, ставьте лайки и поехали. Чем жила эта самая Россия на этой неделе? Ну, помимо военных поражений, прежде всего еще и попытками отвлечься от этих поражений, одновременно воскресить мертвых и, в принципе, вернуть прошлое. Публикации сразу нескольких видео вызвали колоссальный резонанс, причем не только в России, но и во всем мире. И, наверное, самое громкое видео, самый громкий резонанс вызвала вот эта публикация. Финское издание опубликовало кадры 30-летней давности, на которых Путин и Собчак в Финляндии. И вот с этого момента давайте смотреть, а дальше будем разбирать. Вот тут какая-то компания веселится. Сразу видно, да, где Путин? Кто неудачник на этих кадрах? Ну и сразу видно, кто... Сразу видно, кто начальник. Кто здоровее, выше, умнее, наверное, симпатичнее и просто во всех смыслах сильнее. Смотрите, на Путина напялили олимпийку, Собчаку сказали наоборот, сними одежду, так лучше выглядишь. Путину сказали, не позорься. Вот это вот. Что-то знакомое. Мне трудно оценивать деятельность тогдашней администрации Санкт-Петербурга. Но если они занимались вопросами парикмахерских, то тут, конечно, ставим двойку. Однозначно с парикмахерскими в 90-х, как мы видим по Владимиру Владимировичу, он же Владимир Васильевич, с парикмахерскими дела обстояли отвратительно. Впрочем, мне кажется, что ничего с тех пор, во всяком случае, в его стиле особо и не поменялось. Почему такие кадры, в принципе, появляются за полгода до выборов? Но мне кажется, те, кто передал их вот этому финскому изданию, они хотели показать, что Владимир Васильевич Путин – это вот такой все еще стерх. У него классные друзья были 30 лет назад. Он очень даже такой молодой и энергичный. Ну и что, что это видео снято в начале 90-х? Ведь он не изменился. Ну то есть сейчас показать нечего электорату, давайте накормим хотя бы вот такой вот архивнятиной. Тем более, что весь мир сейчас смотрит на уничтожение Севастопольского флота и переосмысливает вообще в принципе эту войну. Давайте не дадим этого сделать, давайте пускай лучше говорят о Путине, который играет, значит, в майке в этот теннис, о Кадырове, об этом сейчас детально отдельно поговорим. Те кадры, которые, ну, вроде как уже новые, нам показали, где Кадырова выволокли на встречу с Владимиром Васильевичем, они стоят внимания, и давайте это внимание обязательно им уделим. Ты пошла нашли время, чтобы увидеться, встретиться, но я просто хотел бы до того, как... Бодрый молодой лидер, еле разговаривает. Это про республику, но это тем, чем мы занимался. Подожди, он сказал, прежде чем поговорить про эту республику, то есть он имеет в виду, видимо, Чечню, Ичкерию, паханом которой Путин в рамках своего преступного государства его назначил. Но что же важнее, чем доложить Путину о ситуации в Чечне? Давайте узнаем. На начало, по сегодняшний день. Вот теперь
после того, как мы с вами посмотрели видео 30-летней давности, я реально обращаю внимание только на прическу. Вы знаете, вот такое ощущение, что просто над лысым человеком пролетала какая-то птица, соловей, и вот нагадила, а он уже в силу своей как бы старости не заметил, и так и ходит. Скажем так, не смог сделать разбор помета. Так оно и засохло у него на голове. На территории своего. И думаем похвастаться дальше, что сделать и гуманитарное направление, и боевое. Вот ваш отряд там показывает хороший результат. Каждый день берут плен, каждый день уничтожают технику, никакие ауры, Абрамовцы, как называют их танки, не страшны там. Да, сразу видно, человек глубоко в контексте войны, наверняка очень много времени провел на фронте, но и самое главное, свеж и бодр. Еле разговаривает. Но как-то странно ведет себя российское государство, когда всю неделю пытается продемонстрировать, что «нет, вот этот не умер, он живой, и вот тот живой, а вот этот вообще живее всех живых». Ну и возвращаясь к Кадырову, отдельно, коротко хочу остановиться на том, что творила его пресс-служба, его пиарщики в то время, как он лежал полуживой, полунепонятно какой в этой кремлевской центральной больнице. Демонстрировались кадры из сыном Кадырова, человека, который, ну, вроде как сжег Коран, и который непонятным совершенно образом оказался, сняв и записав это видео в Волгоградской области и будучи задержанным в Волгоградской области, непонятно как оказался в СИЗО в Чечне, временно оккупированной россиянами Ичкерии. И вот там еще более удивительным образом попал к нему этот сын Кадырова, который его, человека которого, ну, явно по***ли, и у которого, в принципе, руки были связаны во всех смыслах этого слова, по***л демонстративно. Что сделал Кадыров? Кадыров это видео выложил и написал «горжусь». Продуманная операция, растянутая во времени, абсолютно пиарная операция для того, чтобы отвлечь внимание от состояния Кадырова. Тут как бы должен был встать, выйти Владимир Путин, показать, кто начальник, сказать свое слово и снова-таки продемонстрировать силу российского государства, которое, я напомню, как бы властвует, давлеет над чеченским народом пока еще, к сожалению, и которое как бы должно демонстрировать свою силу. Путин, естественно, не сказал ни слова ни о каком избиении кадыровским сыном этого человека, а когда спросили Пескова, вернее, даже не так, когда Пескова еще даже не успели об этом спросить, он сам выпрыгнул и сказал вот что. Послушайте. Оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду. Пожалуйста, ваши вопросы. То есть это в начале разговора с журналистами он первым делом сказал, я вот это комментировать не буду. Спрашивается, почему? Не будете, не подскажете, конечно. Не хочу. Хорошо, спасибо. Не хочу, не буду. Ну и в этой ситуации вот такие настоящие затонувшиеся российские нацисты, они, конечно, расстроены поведением центра, расстроены поведением Пескова, его засовыванием головы, собственно, в песок. Есть такой у них Москальков, затонувшийся певец. Вот какую песню он сочинил по поводу этого самого Пескова. Нет информации, нет информации, нет информации. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не хочу. Не хочу. По-моему, вот эта физиономия очень ярко характеризует то, что прямо сейчас происходит с так называемой Российской Федерацией. Но нужно, чтобы происходило намного быстрее, поэтому напоминаю вам про возможность и необходимость задонатить на вооруженные силы Украины для того, чтобы империя потерпела крах как можно скорее. И свобода, свобода пришла наконец-то на все земли.
Ну а пока для того, чтобы любой ценой сохранить вот эту империю, Россия продолжает вести кровопролитнейшую войну со своими соседями, с Украиной. И несет, конечно же, там колоссальные, беспрецедентные потери. Мы постоянно называем какие-то цифры, вот сейчас уже они стремятся к 300 тысячам солдат и офицеров с российской стороны, но это минимальные данные, которые озвучивает украинский генштаб, потому что опросы на улицах российских городов говорят о том, что потери могут быть куда больше. У меня много знакомых погибло, но я хочу сказать, это стоило того, потому что есть цель одна – освобождение Донбасса. У меня есть. Стоп. А как же Запорожье? А как же Херсон? А как же Одесса? Не доработал Соловьев. Помню, который один товарищ сам пошел и один... Да, вернее, они сами пошли. Да. За деньгами. Меня не затронуло, но мне затронуло моих коллег, которые остались на Донбассе. Вот совсем недавно у моей сотрудницы, преподавателя, погиб сын. Очень, конечно, печально, но с другой стороны, если такое событие, то невозможны потери, неизбежны потери. И поэтому надо принять это. Скажите, пожалуйста, опять-таки, можно ответить в комментариях на вопрос, а в России все женщины вот так ненавидят мужчин? Как можно любимого человека с гордостью выпихивать на войну? Вот послушайте, что несут вот эти двое. Ну, как-то проснулся, с утра встал, поехал в военкомат, никому ничего не сказал. Нормальное утро, да? Утро россиянина. Проснулся, поехал в военкомат. Я хотел защитить родину. Много смотрел видео, что творится, и сделал такое решение. Сделал такое решение, как говорит россиянин. А теперь... Попробуйте догадаться, где находится этот самый город, который очень срочно нужно защищать от нацизма. Это Братск, город в Иркутской области. Вот по прямой около 4000 километров, что до так называемой зоны СВО, да, где кто-то кого-то якобы денацифицирует, так и 4000 километров до Москвы, в которой этот мужик, я так понимаю, никогда не был и вряд ли уже побывает. Но жена абсолютно спокойна. Мне давненько уже говорил, что я хочу защищать тебя, семью, родителей. Кто, если не мы? Ребят, желаю вам всем победы, чтобы вы все вернулись живыми, здоровыми. Мы вас все ждем, любим. Вы гордитесь своим мужчиной? Да, вы знаете, вот все-таки город Братск от отсутствия мужчин явно не вымрет. Потому что почему? Потому что до китайской-то границы там не 4000 километров и не 3, а всего-то какая-то 1000. А до Монголии так вообще 400 километров. Так что будут у вас вот этих вот благородных девиц новые защитники. Уже не знаю от какого нацизма, от японского или от южнокорейского, но обязательно будут. Правда, уже совсем не той внешности, к которой они привыкли. Впрочем, какая разница? Я думаю, что по зову пропаганды, по зову Киселева, Симоньян, можно будет любого северокорейца или китайца буквально за 2-3 недели признать русским. Никаких проблем. Молодец, Путин. Молодец, Путин. Поднял страну с колен. Но... Что такое путинская стабильность? Давайте немножко друг другу напомним, как выглядят сейчас российские города. Посмотрите, вот в таком государстве мы живем. Пенсионеры разбирают просрочку из пятерочки. Так я вам скажу, что это еще неплохо устроились, просрочка из пятерочки. Некоторым и такое, я напомню, в России не дано. Здрасте. А что вы тут делаете? Ничего, в багажку еду. А что? Просто у него взрослые люди, а что занимаетесь ерундой какой-то? Мне практически жалко их. Практически. Какая ерунда? Все собирают их ерунда. Чего ерунда? Понятно. А Путина любите? Откуда я знаю? Путина любите? Конечно, люблю. Уважаете, да? Да.
Понятно. А что бы хотели ему сказать? Передадим. Ну, Путину что бы хотели сказать? А что сказать? Что он хороший? Хороший? Да. Понятно. А спецоперацию как? Поддерживаете? Какую? А? Ну, в Украине, которая сейчас идет. Поддерживаете? Моя дочь, не знаю где, уехала в Харьков. В Харькове сколько лет жила? Сейчас 4 года и нет. Ни внука, ни ее. И не знаю, где их найти. Но спецоперацию она поддерживает. Понимаете, Россия вымирает, самоуничтожается и пытается, как и любое зло, в этой своей агонической фазе тянуть за собой всех вокруг. Вот эта бабка, это, конечно, яркий символ того, что происходит с Россией. Роется на мусорке, не может найти, да, наверное, не пытается найти дочь, внуков, и при этом хвалит Путина и спецоперацию. Ну и жемчужина безумия Российской Федерации на этой неделе, как мне кажется, это вот тот самый поезд здоровья, который заботится о таких, как эта престарелая россиянка. Давайте, собственно, насладимся этим мраком, который происходит сейчас в Чите. Медицинский центр на рельсах. Сегодня утром в Читу прибыл поезд здоровья вместе против диабета. В течение 2 дней на железнодорожном вокзале краевой столицы медработники будут проводить профилактические осмотры и диагностические исследования, направленные на профилактику сахарного диабета. То есть для этого понадобился поезд. Сделать это просто так в местной больнице было невозможно. Наверное, действительно невозможно, ведь об этом не снимали сюжеты российские пропагандисты с телеканала «Россия-24». А как только понадобилось, так и поезд появился, и профилактика диабета. Со всеми подробностями Анастасия Горинова. Здание вокзала сегодня многолюдно. Передвижной мобильный комплекс расположился прямо в зале ожидания. Здесь работают терапевты и эндокринологи, а еще врачи делают экспресс-анализы на глюкозу, холестерин, гемоглобин и другие исследования. Сахар проверить, и к эндокринологу щитовидку проверить, и детки мои тоже. А можно какой-то такой поезд, чтоб проверил кукуху у всех россиян, не только в Чите? Все проверить. Тем более, что сделать это можно в одном месте и без лишних затрат по времени. Работает на площадке передвижного медцентра более 15 специалистов, а все необходимые анализы можно сдать буквально через несколько минут после обследования. Хотела проверить на сахар, на холестерин и пройти УЗИ щитовидной железы, потому что в поликлинику у нас попасть невозможно. Пара-бара-пам! Ну вот, к чему приводит империя. И, как мы уже убедились, не быть империей Россия просто не может. На то она и Россия, Российская Федерация. Поэтому как можно скорее нужно, чтобы на этих территориях возникло много независимых государств, да, ряд независимых государств, ну, количество, наверное, не так имеет значения. Главное, чтобы это были независимые друг от друга, возможно, моноэтнические государства, которые не будут трепать нервы друг другу, окружающим, которые не будут навязывать всем свой флаг, свое якобы величие, а будут просто заниматься своим собственным делом, бытом, своей жизнью и своим благоустройством, а не спасать кого-то там на Донбассе и в других регионах мира. Ну а для того, чтобы это произошло как можно скорее, опять-таки напоминаю, донатьте вот по этому QR-коду, либо по ссылке в описании. Фонд 24-го продолжает помогать вооруженным силам Украины, силам обороны Украины, для того, чтобы империя разрушилась как можно скорее. И пришел, наконец-то, мир, пришла свобода на очень-очень больших территориях, на очень больших пространствах. Конечно же, ставьте лайк этому видео, пересылайте его друзьям, знакомым, которые по каким-то причинам, возможно, еще считают, что Россия должна обязательно существовать в нынешних границах. Ну вот, пускай посмотрят на все это и подумают над своим поведением, а еще лучше вступают в партизанские отряды, которые все активнее действуют на территории вот этой так называемой пока еще Российской Федерации.
До встречи в следующих выпусках. Берегите себя и слава Украине!